Свистать всех наверх, поднять паруса, карамба! Всем привет, ребята, с вами Пандора, вы, как всегда, на моем канале, и со мной сегодня моя сестра Симба. И, как вы могли уже понять, у нас сейчас пиратский бой. Давайте, нужно сойтись якорями, срочно! У нас должен сейчас произойти, ребята, огромный бой, поэтому обязательно досматривайте этот видосик до конца, я вам обещаю, будет очень круто и интересно. Так, давай, Симба, сойтись якорями, стреляй, стреляй, гаси из всех пушек. Короче, у нас сейчас небольшой план, мы сейчас должны немного отплыть, и сейчас мы здесь оставим якорь, и уже к нам, когда будут подплывать, мы будем гасить из всех пушек. Давайте, мы немного вот так вот разворачиваемся, смотрите, к нам уже из всех парусов плывут, и мы сейчас, ребят, с Симбой на полной готовности. Ну что, давайте, не бойтесь к нам, подплывайте, подплывайте, вы посмотрите на них, карамба! Давайте, давайте, Симба, гасим этих пресноводных моллюсков, срочно! Давай, 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 вы посмотрите, нас догоняют, но ничего страшного, у нас есть очень много сильных пушек. Давай, Симба, гаси, гаси, туда, туда, гаси, давай, 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 заворачиваем, давай, нужно их обязательно поджать их сейчас. Так, они остановились почему-то сейчас на острове, хорошо. Ну что же вы, где вы, пресноводные моллюски? Ах, вот вы где! Давай, Симба, гасим их, гасим. Сейчас мы с Симбой будем потихонечку меняться местами, ребят, чтобы, ну, понимаете, да, я могла отдохнуть, пострелять, например, Симба будет за штурвалом, а потом наоборот. Давайте меняемся прямо сейчас, Симба, давай, давай, давай. Все, давай, управляй, я уже готова стрелять, я уже готова. Давайте, 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 гасим их, туда, туда. Мы главные в этом море, а не всякие вот эти вот пресноводные моллюски. Туда вас, посмотрите, у нас здесь еще нулевой этаж есть в этом корабле, и сейчас я стреляю прямо с этих пушек. Посмотрите, как они круто стреляют, и как далеко они стреляют. Это же просто малина-клубника. Ребята, кстати, кто еще не подписан на мой телеграм-канал и на телеграм-канал Симбы, обязательно подписывайтесь. Также не забывайте подписаться, кто еще не подписан, не дай бог, на мой YouTube-канал и на YouTube-канал Симбы. Все ссылочки на наши соцсети я оставлю в описании под этим видео, поэтому заходите вниз и обязательно подписывайтесь. Симба, давай идти на всех парусах, срочно, срочно, я уже готова стоять, я уже стою возле пушек. Давайте разгоняемся, разгоняемся. Отлично, давайте, я стреляю просто везде с этих пушечек, у нас они полностью заряжены, там, смотрите, кто-то на мини-корабле. Так, ну что ж, давайте мы сейчас немного отплывем от всех. Вот, кстати, какой-то корабль тут стоит. Карамба! Свистать всех наверх, поднять паруса. Давай, давай, Симба, плывем именно к ним. Нужно раздербать этих моллюсков. Ну что вы, пресноводные моллюски, сейчас вы все у нас тут получите. Мы королевы этого моря, а не вы, понятно, я говорю? Сойтись якорями. Давай, Симба, подплываем именно к ним. И сейчас я буду готова стрелять с этих пушек. Давай, 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 Симба, я в тебя верю, давай. Опа, получайте, пресноводные моллюски. Вы посмотрите на них тут, развелось их тут сколько. Не, ну, ребят, вы видали вообще такое? Кстати, кто еще не поставил лайкосик на этот видосик, пора ставить. Вы обязательно нас поддерживаете, поэтому обязательно ставьте. Нам будет с Симбой очень-очень приятно. Давайте, я спустилась на нулевой этаж и сейчас буду стрелять прямо отсюда. Вот так вот, получайте, пресноводные моллюски. Туда вас, туда вас. Давайте сюда, сюда, сюда. Вот так вот, получайте, получайте. Отлично, ребята, посмотрите, как у нас круто работают эти пушки. Просто жесть. У нас так корабль быстро плывет, что меня аж с ног сносит. Просто какой-то трындец. Ладно, ничего страшного, держимся, держимся обязательно. Вот так, туда вас, туда вас, ребята, посмотрите. Симба прям отлично подплывает. Так, подождите, я не могу подняться. Посмотрите, какой напор воздуха. Меня аж сносит, ребята, это какой-то капец. Вот туда вас, давайте, я периодически и поднимаюсь, и стреляю. Вообще просто мега комбо. Давайте, нужно как-то подняться, я не знаю как. Меня сносит, ребята, ветром. Меня сносит ветром, я не могу. Опа, ребят, я поднялась, отлично. Просто жесть, ребят, смотрите. Смотрите, мы остановились вот здесь, возле острова, и сейчас мы с Симбой вот так вот обменялись местами. Теперь я за штурвалом. Красим паруса, и теперь мы точно королева этого моря. Ну что, моллюски, держитесь, пресноводные, ха-ха-ха. Давайте, 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 отплываем от них, отплываем. И вот, давай, Симба, стреляй, стреляй, отлично, все, стреляй, Симба, стреляй, не пропускай, пожалуйста. Отличный был момент. Давай, 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 гаси их, гаси, давай, Симба, стреляй, 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 Симба, Симба, стреляй, не спи.
Симба, давай, 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 давай. Пресноводные моллюски, вы посмотрите, сколько их тут развелось тут. Симба, давай вот так, туда их, молодца, молодца. Отлично, ребята, давайте немного разгонимся. И сейчас мы немного от них отплывем, потому что мы прямо здесь на мелководье, и нужно отплыть прямо в море. Давайте, отплываем, отплываем, и отлично. Разгори меня, гром, иду на всех парусах. А, карамба! Ну что, давайте, ребята, мы сейчас отплываем, отплываем. И сейчас мы будем ждать, когда к нам подплывут. Симба, давай, нужно как-то сделать его, я тебе говорю. Срочно, это будет прям очень круто. Так, давайте, давайте, Симба, давай, я гоню на всех парусах. Стреляй в них, стреляй. Молодец, стреляй, Симба, карамба, давайте. Сейчас мы будем готовиться делать наш план, ребята. Надеюсь, он у нас получится. В общем, давайте, давайте, подплываем ближе. Подплываем ближе, давайте, давайте, нам нужно сойтись поближе. Сойтись поближе, я вам говорю, давайте, давайте, давайте. Давайте, Симба, давай, гаси на всех парусах. Давай, гони, гони, гони. Я тут стараюсь их гасить параллельно. Там кто-то, смотрите, за борт кого-то выкинули. Господи, меня чуть не выкинуло, ребята, жесть. Давайте, 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 давай, Симба, Симба, давай. У нас получится, у нас все получится. Нужно обязательно сейчас сойтись, срочно. Они, посмотрите, они нас боятся. Они уходят от нас просто. Посмотрите, они уворачиваются. Так, давайте я вам сейчас гранатку-то скину. Опа, получайте. Вы видали вообще, ребят? Вы посмотрите, 1000 пресноводных моллюсков. Жесть, просто жесть какой-то. Так, у нас, смотрите, у нас получилось сделать стычку. Сделать стычку получилось. И, ребят, блин, я сейчас упаду, наверное, в воду. У нас здесь немного не получилось сойтись. Нужно как-то поближе, потому что я боялась спрыгивать. Я, знаете, боялась выпрыгнуть из-за борта. Поэтому это, конечно, было немного опасненько. Так, ну давайте, давайте, давайте. Надеюсь, у нас сейчас получится. Надеюсь, получится. Да, ребята, смотрите, у нас получился абордаж. Наконец-то, наконец-то. Все, ребята, давайте. Карамба, Карина, Карина, а ну быстренько к нам на корабль. И сейчас я вас всех посажу в клетку. Вы наши будете заключенные, понятно? Так, а ты что, Кира, капитан? А ну тоже быстренько к нам на корабль и в клетку. Вы теперь наши будете заключенные, понятно? Так, все, я, наверное, сейчас иду на свой корабль, потому что у меня скоро уже, ребят, закончатся патроны. Все, ребят, я уже на своей палубе. Так, все, давай, вот так вот сейчас буду стрелять. Карина, Карина, куда? Карина, куда? Вы посмотрите, ребята, наш корабль пытаются захватить. Что это вообще за дела? Что это вообще за дела? Так, а ну быстренько, я вам сказала, на нулевой этаж в камеру. Быстро, я вам сказала. Карина, давай, давай, ты уже там. А ну быстренько в камеру, я вам сказала. Давайте, я сейчас пишу, стоять. Быстренько в камеру зашли, я вам сказала. Что вы стоите тут? А ну быстренько, вы посмотрите, куда ты полезла? Куда ты полезла? А ну быстро в камеру зашла, я тебе ее уже открыла. Бегом, я тебе говорю. Все, теперь, Карина, ты будешь сидеть прямо здесь, понятно? Ты теперь наша заключенная, ты теперь наш раб, поняла, я тебе говорю? Все, и сидишь в клетке, только попробуй выбраться, тебе будет жесть, тебе будет хана. Вы посмотрите, моллюски пресноводные. Капец какой-то просто, нету слов. Куда ты вылезла? Куда ты вылазишь там? Что ты там вылазишь или что? Куда ты вылезла, я тебе говорю? Тебе что, мало что ли, я тебе только что сказала или как? Так, 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 а ну ты, моллюск пресноводный, Карина, быстро в камеру, что ты хихикаешь, я тебе говорю? Куда ты поплыла, ребята, она спрыгнула за борт, а ты еще одна, где ты взялась? Где ты взялась? А ну быстренько в камеру тоже. Что ты в меня стреляешь? Что ты в меня стреляешь? Я тебе сейчас постреляю, я тебе говорю. Я тебя сейчас постреляю. Ребята, посмотрите, как меня ветром сносит. Жесть, я не могу запрыгнуть прямо сюда. А ну капец, быстро в камеру, я тебе говорю. Вы посмотрите, тут вылазят они заключенные. Вылазят. А ну быстро зашла, я тебе сказала. Я тебе еще раз повторяю, зашла быстро. Свистать всех наверх, поднять паруса, карамба, Симба, давай, гони на всех парусах. Я тут стреляю из пушек, из пистолета, из арбалетов, из бомб, с чего только можно. Давайте, давайте, там кто-то спрыгнул тоже за борт из каких-то пиратов. Так, все, давай, 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 Симба, может у нас еще раз получится сделать абордаж, и мы сейчас наберем себе рабов, заключенных. В общем, надеюсь, у нас все получится сделать. А ну-ка, давай, 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 всплываемся рядом, всплываемся. Ну-ка, ну-ка, давайте, давайте. Давай, 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 абордаж, давай, гасим, 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 туда вас, все, фух, отлично, ребята, отлично, давайте я еще отсюда вот так вот постреляю, вот сюда, сюда, отлично, посмотрите, какие у нас здесь пушки, просто жесть, очень мне нравится этот нулевой этаж, он прям вообще топовский, все, давай, и сюда вас, и вот так вот, и вот так вот, и вот так, и так, и так, в общем, разными методами, разными пушками я тут стреляю, и с той стороны, в общем, просто капец какой-то, ребята, это ж просто жесть, а не бой, это трэш.
Ну что, ребята, теперь я за штурвалом, и теперь вся надежда на Симбу. Давай, Симба, гаси их туда, туда, смотри, я сейчас их заворачиваю, стреляй, стреляй, стреляй. Посмотрите, у нас стычка, мы сошлись якорями, отлично, просто мы в них постреляли, просто супер. И в этих, давай, 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 не достанет, наверное, бомба. Давай, 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 стреляй прямо в них сейчас. Нет, не справа, слева, слева они, Симба, слева. Отлично, все, супер, давайте, давайте, давайте. Обходим их, обходим, сейчас мы их закружим, надеюсь, у нас это получится. Кстати, тут пустой корабль, ребята, тут пустой корабль стоит, заброшенный. Отлично, мы сейчас сделаем с ним стычку. Симба, давай, давай, перепрыгивай. Симба, давай, 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 перепрыгивай. И сейчас мы его забираем себе в наше владение, так скажем. Давай, давай, Симба, прыгай. Ты, я думаю, перепрыгнешь, потому что ближе я подплыть не смогу. Все, Симба, ребята, на корабле. Ребята, можете нас поздравить. Мы только что захватили еще один корабль. Просто супер, ребята. Вот видите, нечего с нами тягаться этим морским моллюском. Все, ребята, теперь смотрите, нам нужно лечь в дрейф, потому что мы захватили два корабля, и сейчас мы отплывем в море, а потом мы должны будем сделать остановочку на острове, то есть лечь в дрейф и немного передохнуть, потому что мы подустали. Так, а ну-ка, ушли от нас. А, это Симба, точно. Это Симба, кстати, это Симба корабль. Так, Симба, давай обратно перепрыгивай. Я думаю, корабль этот уже никто не захватит. Давай, давай, Симба, прыгай, прыгай. Давай, 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 ты сможешь. Все, отлично, ребята, Симба перепрыгнула. Супер, все, я предлагаю скоро уже поменяться местами. Симба, посмотрите, как стреляет в этот корабль. Жесть, жесть, со всех пушек ребята стреляют. Капец, молодца, молодца. Я прям очень довольна нашей работой. Это просто какой-то трындец. Все, ребята, смотрите, вот так вот мы разносим этих всех пресноводных моллюсков. Все, ребята, а теперь уже пора подплывать к этому острову, к дальнему, который вы видите на экране. И мы ложимся в дрейф. Мы сейчас там разложим себе мини-базу, немного передохнем, а потом опять пойдем в плавание и будем захватывать следующие и следующие корабли. Нам нужно всех-всех-всех захватить, потому что нечего тут всяким моллюскам разводиться. Вы посмотрите вообще. Все, ребята, смотрите, мы уже приплыли. Отличненько. И сейчас мы будем здесь разбивать себе лагерь. Надеюсь, у нас он получится очень классненький, уютненький. Вот. А там еще к нам, смотрите, не скоро, по идее, доплывут, но очень быстро от них всех оторвались, от этих всех моллюсков. Отлично, и теперь я, смотрите, вот так вот в пропсах сейчас буду себе делать базу, ну точнее нам делать базу, мне и Симбе. И надеюсь, она получится очень классная и крутая. Симба, давай, ты там ставь тоже палатки сейчас, и я тут одну поставлю, вот давай я тут вторую поставлю, вот так вот, все. И теперь я сейчас должна буду еще поставить огонь, давай вот тут вот сейчас поставлю, вот здесь вот костер, да, чтобы нам было тепло. Смотрите, ребята, к нам скоро подплывут. Жесть, ребята, капец какой-то, нам нужно сейчас скоро будет отплывать. Ребята, смотрите, эти мелкие пиратики к нам подплывают. Просто жесть. Все, Симба, давай валим с этого острова, а то еще не хватало, чтобы нашу ласточку, наш кораблик здесь захватили. Вообще уже жесть. Все, отплываем, отплываем. Все, снимаем якорь, отплываем отсюда, чтобы наш корабль еще не захватили, потому что это будет вообще трындец. Все, отплываем, и лучше в море стычка, чем на острове, потому что в море, знаете, получше как-то. Карамба! Всем спасибо большое, кто досмотрел это видео до конца, и всем пока-пока!